Всем привет! Мася ко сну готовится, все себе подчищает, там, уши чешет, себя все облизала. У нас у Маси выпал зуб. Сегодня ехали, мы ездили сегодня на природе, весь день были, отдыхали, мяско жарили. У нас 35 градусов жары было весь день. Вот, ехали обратно в машине. И я заметила, что у нее нет зуба. У нас такая паника началась. Я думаю, блин, она что, сломала, что ли, его, или как он у нее. Ну-ка, Масюшка, покажи зубик. В общем, у нее переднего, нижнего зубика нету. Залезла в интернет, почитала. Оказывается, у таких маленьких пород, у тойчиков, у них это нормально. С 5 лет начинают выпадать зубы. Вот, а к концу своей жизни они вообще остаются без зубов, но это им, ну, никак, никакого дискомфорта не создает, они нормально кушают, живут, ничего страшного, ну, вот так вот у них. Да, Масечка? Да, Мася, хочу показать, не дает. Сидит. Печатает. Секретарша. Масюша, вот она, видите, 5 лет девочки, вот она, как была размером с пульт, так почти и осталась. Да, Масенька? У нас закончился учебный год, все, нам уже выставили оценки. Хотела, кстати, показать оценки. Вот, Насте выдали оценки ее. Вот так вот мы закончили 2 класс с 1/4 по русскому языку. Нам, конечно, было сначала обидно, но потом мы решили, ничего страшного. На своих ошибках все учатся, и Настя будет учиться на своих ошибках. В 3 классе она более серьезнее к этому отнесется. Она знает хорошо все правила по русскому языку, но она немножко торопится. Вот это у нее проблема. Вот, она начинает писать быстренько. Как говорится, руки работают быстрее. Она сначала напишет, а потом уже понимает, что сделала ошибку. И либо начинает исправлять. И это уже, естественно, там помарки и все. Вот, либо бывает... Не успевает, ну, сначала напишет, а потом только проверочные слова там подбирает. Так что вот. Надеюсь, в 3 классе мы закончим полностью. Ну, отлично. Дали вот на лето задание на лето. По математике, по русскому языку. Все, что нужно делать. А вот здесь, с другой стороны, список. Что читать? 29 наименований. Вот будем все лето читать. Вот такие вот дела. Масюша готовится ко сну уже, да? Время у нас уже вечер. Так и не хочет свой зуб показывать. Масенька, девочка. Ты не хочешь показывать свой зуб? Ой, ухо загнулось. Ну ладно. Сегодня столько видео снимали на природе. Вообще... И шашлыки, и как мы там отдыхали, как мы приехали. Вообще такая красота была. Такое озерцо небольшое. И в итоге я взяла и нечаянно все удалила. Мне так было жалко. Ну ничего страшного. И погода нам так подфартила. И такой отдых был классный. И блин, я нечаянно удалила все. Короче, обидно, да, Мася? И Мася в машине ехала, прям мы хохотали, она там муху ловила. Это вообще... Она ее как лягушка ловила. Лягушки языком же ловят муху, и это также пыталась языком свою муху поймать. Ой, ну ладно, в общем. И пирог настряпали, потом пришли еще с картошкой, с мясом, такой вкусняцкий. В общем, все наснимала, все смонтировала. И удалила. Ничего страшного.
Еще впереди сколько будет. Природу хотела показать, красивая очень природа была. Ну да ладно. Ну ладно, вот всем пока-пока. Подписывайтесь на канал. С радостью ждем новых друзей, гостей, подписчиков. Всем рады. Ну все, всем пока-пока.